Виктор Толоконский сразу после того, как проголосовал, проехал по нескольким участкам, чтобы оценить, как организованы выборы. На одном из них он посмотрел выступления народных коллективов. На другом избирательница, пользуясь случаем, записалась на прием к главе региона. Также губернатор не отказывал и желающим сфотографироваться с ним. В целом, рассказал Виктор Толоконский, людей на участках много и царит доброжелательная атмосфера. Он пообщался с красноярцами, отметил, что все чувствуют важность сегодняшнего дня и ответственность, которая на них лежит. Человек может сделать свой выбор. Когда он почувствует эту свободу, тогда в нем пробуждается особая ответственность. Я свободен в выборе, но я за него отвечаю. Именно человек, гражданин, главный субъект развития. А вот выборы – это и есть такая квинтэссенция, есть начало любого процесса развития.